Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматуллиным. Парламентская делегация Казахстана находится в Минске с официальным визитом. В программе встречи в правительстве со спикерами палат белорусского парламента посещение предприятий. Казахстан входит в десятку основных партнеров Беларуси и является третьим среди стран СНГ по объему белорусского экспорта. В прошлом году товарооборот между странами сложился в размере более 419 миллионов долларов с положительным сальдо в пользу белорусской стороны. Сегодня страны заявляют о заинтересованности восстановить прежние объемы товарооборота в миллиард долларов. Основополагающим документом в области практической активизации двухсторонних отношений является план мероприятий развития сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2017-2018 годы. Беларусь и Казахстан запустили первую очередь проекта по созданию индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники. Есть планы по совместной сборке самосвальной техники на базе Минского автомобильного завода комбайнов «Лида Агропроммаш» в Казахстане. В белорусском правительстве считают, что есть хорошие перспективы по сотрудничеству в космической отрасли. Беларусь также готова активно участвовать в третьем этапе модернизации Казахстана. В сентябре исполнится 25 лет со дня установления дипломатических отношений. За это время страны прошли непростой путь и неизменно оказывали друг другу поддержку. Беларусь и Казахстан активно сотрудничают на международных площадках. Ключевую роль в укреплении сотрудничества играют дружеские и доверительные отношения лидеров двух стран.